ремонт нужен, да, потому что здесь и асфальтовое покрытие для автомобилей уже износилось, и есть, конечно, проблематичные участки тротуаров. То есть вот сходы с тротуара на придомовые территории, вот даже здесь мы видим, что все в грязи. И, конечно, окончание улицы Октябрьской, там тротуаров вообще практически нет, все засыпано гравием и землей. Этот перекресток, который вы видите за моей спиной, он достаточно опасный. Опасный и неудобный как для водителей, так и для пешеходов. Особенно, когда происходит поворот налево, автомобили, которые двигаются со стороны моста, поворачивая налево, не раз и не два были уже случаи, когда людей сбивали просто на данном пешеходном переходе, потому что и водителю неудобно, и для пешеходов здесь очень интенсивное движение, тоже неудобно. Здесь, конечно, нужно какие-то обратить внимание на данный пешеходный переход и вообще на данный перекресток, и какие-то меры принять. Стараемся подходить комплексно, делать эти дороги действительно безопасными. Это включает в себя работу над пешеходными переходами. Они должны быть безопасными, они должны быть освещены, должна быть разметка. Может быть, это должен быть приподнятый пешеходный переход. Обязательно вся улица должна быть освещена. В идеале, конечно, это замена светильников на новые светодиодные. Это настройка работы светофоров. То есть в целом мы пытаемся сделать передвижение на автомобиле в нашем городе более комфортным, но мы обязаны не забывать и о пешеходах. Это тоже очень важно, поэтому стараемся комплексно подходить.